Квиз – это, ну, на самом деле, многие люди задают вопрос, что такое квиз. На самом деле, очень просто. От английского слова «questions». Вот, то есть квиз – это такое сокращенное, это обычная интеллектуальная игра. И в ней главное – быстрота реакции, эрудиция, находчивость и смекалка. Тема «Столетие БССР». Вопросы самой разной направленности их готовят активисты самой массовой молодежной организации города. Расширить кругозор, проверить интеллектуальные способности, провести свободное время с пользой. Актовый зал Брестского государственного колледжа связи был полон. На самом деле для Белорусского республиканского союза молодежи это такое довольно-таки новое направление. И именно Московский районный комитет когда-то это направление начал проводить самым первым. И вот сейчас даже хочу с вами поделиться, что этот квиз по столетию БССР, он распространился от нашего Московского районного комитета, в принципе, на всю Брестскую область. Такие интеллектуальные проекты проводятся раз в месяц. Как правило, они приурочены к различным значимым датам в белорусском календаре. На площадке колледжа связи игра объединила новичков, настоящих эрудитов и даже преподавателей. Свою удачу и интеллект проверяли десятки команд. Помогает им развиваться духовно, психологически. Они находят какие-то новые знакомства, они пытаются взаимодействовать в своей группе, соответственно, скрепляют общение, скрепляют какой-то коллектив. Тем самым они проявляют себя как личность. Проверить свои силы и получить знания лишним точно не будет никогда. Квиз от БРСМ дает возможность молодежи обрести новые знания не за учебниками истории или на просторах интернета, а в более интересной обстановке в формате игры.